Привет, ребята! Сегодня 8 декабря. Это получается, что послезавтра у меня день рождения. И Слава меня предупредил и сказал, чтобы я не доставала то, что лежит в холодильнике. Но я хотя бы просто загляну и посмотрю. А что же там такое? Это что вообще такое? А что это такое? Но он сказал не трогать, ну как бы не поднимать, не доставать. Ну можно вот так, наверное, подвигать. Двигается достаточно легко. Может быть, это медовик в коробке? По габаритам, да? Кажется, что это медовичок, может быть, он просто высокий. А может быть, это Наполеон? Ну, я думаю, это медовик, потому что я люблю медовик, и он об этом знает. Ну ладно, будем ждать. Ну вот если его поднять, можно хотя бы примерно по весу понять, что там внутри. Но я этого не буду делать, потому что он меня попросил этого не делать. Он прям сказал, не доставай. Ну ладно, не буду доставать. Дождемся после завтрашнего дня. Сегодня 9 декабря, а значит остается один день, чтобы открыть эту коробку. Что же тут такое? Ну-ка, а что тут такое вообще есть? Сегодня 10 декабря. Доброе утро. А это значит, что у меня сегодня день рождения. Что-то так пасмурно сегодня. Мы откроем сегодня эту коробку. Что там внутри? Что, мы сегодня откроем эту коробку? Да, и прямо сейчас ты сидишь, да? Здесь, да. Там же торт? Давай, давай. Да. Очень классно! Вообще не думала, что это... Я думала, это будет обычный медовик. Дизайн я сам выбирал. Как красиво! Не знаю, это будет вкусно, нет? Сейчас мы проверим. Нежно смотрится. Угу. Нет, моя голова! Но легко очень держится. Вау! Бушку проколола ему. Хорошо. Чувствуется медовый вкус. Нежный. Он такой прям, знаешь, домашний. Не такой, как в этом Скупанга, да? Вообще, абсолютно разные торты. Есть медовый вкус, но он такой, да, больше молочно-медовый. А тот был какой-то гречишно-медовый, что-то такое, да? Темный. Очень вкусно. Садись сюда, это интервью. Ну ладно, давай просто вот такой вопрос задам. Прямой день рождения. Тебе понравился мой день рождения? Тебе понравился мой день рождения? Да, понравился. Как мы погуляли, было очень хорошо. Но мне не понравилось то, что у нас не завелась машина. Да, у нас в этот день сломалась машина. Только это подпортило, наверное, праздник. А как ты думаешь, мне понравился мой день рождения? То, что тебе не нашли твой подарочек, то, что его не было.
А так в целом, да. Тебе частично, я думаю, тоже. Мне понравился мой день рождения. Обожаю свой день рождения. Я тоже обожаю твой день рождения.